Все, друзья, приехал в аэропорт Киев-Жуляны. Такое вот небольшое здание, еще строящееся. Такой вот самолетик. Прикольный. Пока, Киев. Привет, Минск. Такой вот бизнес-зал в аэропорту Жуляны, город Киев. С шикарным видом на самолетики, правда, самолетов очень мало. За вами народ соседей. Вещает разнесчастный вечер, да, Кисло, рядом с вами на выходные. Здесь экран, полетели. Поспать до утра, 8 часов утра у меня рейс на Москву. В Москве я проведу день и вечер на Тюмень. Как-то так. Ну все, ребят, путешествуйте, не бойтесь ничего, все нормально у нас. Не смотрите новости. Не, смотрите, но не переживайте, в Украине все нормально, проверено лично. Погнали. Такой вот аэропортик в городе Минск. Никакого досмотра на входе, вышел, зашел, никто тебя не проверяет, всем похер. Так, мой рейс, хрен знает, ну короче, у меня 8 утра рейс, не знаю, это прилет вообще, не вылет. Идем дальше, сейчас поищем бизнес-зал, попробуем прорваться и там переночевать. Вот такой вот советский аэропорт. Бизнес-зал советский немножко. Сказали, есть душ. Сейчас немножко перекушу, пойду спускнусь. Сидеть не еще долго. Oh, 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 oh
ребята, я в Москве. Прилетел из Киева, в Киеве все отлично. В Киеве я улетал с аэропорта Борисполь, который находится в городе. Добраться до него очень легко, сел на маршруточку за 8 гривен. Точнее, это был троллейбус. Доехал быстренько. Небольшой такой аэропорт. Прошел досмотр, прилетел. Куда я? В Минск прилетел. Через Минск у меня пересадка. Пересадка была 12 часов. В Минске меня не хотели пускать в бизнес-зал. Сказали, что только за 2 часа начнется регистрация, и тогда мы вас пустим на досмотр. В итоге я попросил позвонить кому-нибудь постарше и спросить, можно ли мне пройти. В итоге я прошел в бизнес-зал, в котором я ночевал один. Там даже персонал уже ушел, оставили меня одного. Такой старенький бизнес-зал, но я вам его уже показал. Вот. Провел я там 12 часов, сел в самолетик. Белорусские авиалинии, очень старые самолетики. Что первый самолет, что второй. Очень старенькие такие, уже разваливаются. Прилетел сейчас в Москву, в аэропорт Жуковский, и тут я удивился еще больше. Аэропорт Жуковский — это вообще крошечный аэропорт, у него даже нет рукавов, чтобы подъезжать самолетом. Сразу же автобусик, здание очень маленькое, такой не ожидал, но тоже его сейчас увидите. Вот. Внутри я не успел поснимать, побежал быстренько на автобус, автобус стоял сразу же возле входа. Проезд стоит 85 рублей, и доехал я до метро. Сейчас я уже на метро прокатился до метро Китай-город, решил прогуляться по городу. Вот. И вечером я улетаю уже в Тюмень. Авиакомпания «Уральские авиалинии». Еще ни разу в Тюмень на ней не летал. Видимо, не так давно они стали в Тюмень летать. Поэтому покажу, расскажу. До встречи.